Меня зовут Алексей Колосов. Я приветствую вас на открытии международного российско-польского джазового проекта, который называется «Jazz Travel». Miałem kiedyś takie zdarzenie, że однажды я проводил передачу о джазе для очень маленьких детей. И оказалось, что дети дошкольного возраста очень легко воспринимают сложную музыку. Услышав первые звуки, первые ритмы, они сразу начинают танцевать или напевать что-то себе под нос. Они чисто интуитивно, свободно воспринимают джаз. И мне кажется, что каждый может так воспринимать эту музыку. Концерт — это только малая часть нашей работы, своего рода верхушка айсберга. Для того, чтобы находиться в форме и эту форму улучшать, надо часами заниматься. Мы все это любим. Живем для музыки. Музыка занимает в нашей жизни очень большое место. С этой точки зрения, это сладкая мука. Можно только мечтать о таких концертах и в России, и в Польше. Я не думал, что российский джаз может быть таким интересным. В целом у нас складывается очень открытый подход к музицированию. Алёша такой руководитель, который позволяет своим музыкантам пробовать самые разные вещи внутри композиции. И поэтому нам все это очень нравится. Тот опыт, который мы получили в течение всего тура Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Гданьск, Варшава, Краков, многому нас научил. И он поможет нам в будущем еще лучше организовывать подобные проекты. Мы желаем вам удачи. Приезжайте к нам еще.